Едем на ферму «Российские альпаки» в Подмосковье. Приветики, сегодня мы приехали на ферму к русским альпакам в Подмосковье. Посмотрим, что это за место, расскажу, покажу все. Погнали. Кто хоть раз увидел альпаку вживую, тот навсегда становится их фанатом. Добродушное, очаровательное животное с мягкой шерстью влюбляет в себя с первого взгляда. Их родина – Южная Америка. Альпак – домашний индейец более 6000 лет назад. Выращивают этих животных ради шерсти, из которой потом делают теплые одеяла, пледы, одежду и всякое такое. Альпаки очень любопытные и совсем не агрессивные. Не быстро привыкают к людям, с удовольствием с ними общаются. Сегодня, чтобы познакомиться с милыми альпаками поближе, не обязательно ехать в страны Южной Америки. Достаточно выехать в Дмитровский городской округ, где живут эти чудесные животные. После краткого инструктажа хозяева раздали нам морковку и капусту, чтобы покормить альпак. Сейчас на ферме водится 25 альпак, из них 14 самцов и 11 самок. А еще на ферме живут 4 ламы, верблюды, овцы, кролики, большие шерстистые коровы и одна коза, которая прибилась почему-то к верблюду. Ну, про них я расскажу в следующем видео, а сейчас вернемся к нашим альпакам. История экофермы «Российские альпаки» начинается с истории семьи, которая очень любила животных. Они познакомились с альпаками во время своего путешествия по Южной Америке и решили привезти этих очаровательных животных в Россию. Благо, климат им вполне подходит. Ферма начала работать в 2012 году с первыми 5 альпаками. Сначала находилась в Москве, но в 2017 году переехала в Дмитровский городской округ Подмосковья. Подробнее об истории возникновения и развития фермы вам расскажут на вводной лекции хозяева фермы перед посещением животных. Экскурсии на ферму проходят в группе. Гостям рассказывают об уходе за альпаками, их характере и образе жизни. Зверей можно покормить и сфотографироваться. Корм для угощения альпак хозяева фермы выдают бесплатно всем в корзиночке в неограниченном количестве. Так что ни одна альпака не останется голодной, а вы не останетесь без классных фоточек и видео с кормления этих животных. Также посетители могут привозить свои угощения для альпак, но это обязательно нужно согласовывать с администрацией. Пара часов на ферме проходит очень увлекательно. Ну что, вот такая вот у нас интересная ферма здесь. Добавлю, что посещение фермы возможно только по предварительной записи по ссылке в описании к этому видео. Стоимость посещения 1000 рублей взрослый, 500 рублей ребенок, выходные на 500 рублей дороже. Подписывайтесь, рассказываю про интересные места.